Здравствуйте! Сегодня 18 декабря, и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. Обновив на вчерашних торгах сентябрьский максимум на уровне 1.3187, евро-доллар начал откат, в рамках которого медведи попытались пробиться к уровню дневного разворота 1.3132. Практически пустой экономический календарь понедельника наряду со снижением профицита торгового баланса еврозоны способствовал им, сдерживая интерес инвесторов к риску. К тому же в своем выступлении перед комитетом Европарламента глава ЕЦБ Марио Драги вновь заявил, что ситуация в еврозоне остается сложной, а среднесрочный прогноз по экономической активности проблемным. На этом фоне инвесторы решили не рисковать и дождаться развития ситуации, продолжая, тем не менее, поддерживать пару в зоне достигнутых максимумов. Таким образом, евро стабилизировался в узком ценовом диапазоне и до конца дня балансировал вокруг максимального уровня пятницы – 1.3173. В нашем прогнозе на вторник предполагаем новую попытку пары преодолеть на подъеме максимальный уровень понедельника – 1.3187 и в случае успеха продолжить подъем к ценовым уровням 1.3280 и 1.3350. Если же пробой не удастся, ожидаем разворот пары и снижение курса единой европейской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.3161, а после его пробоя к следующим целевым уровням 1.3140, 1.3125, 1.31 и, возможно, к 1.3060. Курс пары фунт-доллар на вчерашних торгах преодолел уровень сильного сопротивления 1.62 и, несмотря на попытки медведей сдержать наступление, продолжил подъем, зафиксировав максимальный уровень на отметке 1.6216. Тем не менее, драйверов для продолжения роста британской валюты пока явно не хватает, хотя из коррекции фунт также не спешит. Американскую сессию пара провела в узком ценовом диапазоне, завершив торговлю вблизи достигнутого максимума. Настрой рынка по отношению к британской валюте остается позитивным, а перспективы для дальнейшего продвижения благоприятными. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку британского фунта возобновить восходящее движение пары и протестировать на пробой уровень вчерашнего максимума 1.6216. Если удастся преодолеть его, последует продолжение подъема в направлении сильного уровня сопротивления 1.6270. Если же пробой не состоится, ожидаем разворот и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1.6191, 1.6176, 1.6135 и, возможно, к 1.6110. В экономической статистике вторника Резервный банк Австралии представит протокол совещания по вопросам кредитно-денежной политики за декабрь месяц. Великобритания опубликует индексы розничных и потребительских цен за ноябрь, а также данные по индексам закупочных и отпускных цен производителей. Банк Англии обнародует сегодня объяснительное письмо Министерству финансов по состоянию инфляции в стране. А в статистике США будут опубликованы итоговые показатели расчетного счета по платежному балансу за третий квартал. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.